Сегодня каждый момент в воздухе находится примерно около 10 тысяч самолетов. И не мудрено, что боязнь полетов все больше одолевает сердца и умы многих людей. Кто не боится летать, так это бравые пилоты, которые всегда контролируют ситуацию в воздухе. Однако им иногда бывает страшно, особенно если речь идет о посадке в самых опасных аэропортах мира. Чем же они так страшны? Давайте посмотрим. Взлетная полоса этого аэропорта слишком коротка. Прямо как жизнь бабочки-однодневки. 1800 метров – это всего ничего для нормального приземления. Особенно если учитывать, что в окружении гор взлетно-посадочная полоса похожа на смертельный аттракцион. Аэропорт Квинстауна – настоящий экстрим для любителей пощекотать нервишки. Он расположен прямо у основания гор, благодаря которым при снижении абсолютно каждый пассажир может прочувствовать на себе перепады давления. Длина его взлетной посадочной полосы всего лишь 640 метров, при этом начинается она у дорожной развязки, а обрывается непосредственно у местного пляжа. Плаваешь и смотришь, как напуганные люди к земле летят. Красота! Этот международный аэропорт находится рядышком с пляжем Маха. Самолеты тут порхают над панамками купающихся, а пилоты могут детально рассмотреть, кто в какой пляжный костюм одет, а кто плавает как топор или напильник. Его взлетно-посадочная полоса полностью взята в водный плен. Если погода разбушевалась, пилотам становится дико сложно посадить железную птичку на землю, ведь иногда порывами ветра на полос выбрасывают обломки горных пород. Взлетная посадочная этого горного аэропорта расположена под большим наклоном, плюс ко всему он находится очень высоко в горах, благодаря чему мощь и тяга моторов при посадке существенно снижается. Каталина, или аэропорт в небе, расположен среди отвесных скал, которые постоянно атакуют садящиеся самолеты сильной тряской. Кроме того, его взлетно-посадочная так своеобразно расположена, что увидеть ее края просто невозможно. Прямо апокалипсис какой-то. В небе над этим аэропортом очень людно, поскольку рядом с ним находятся еще два аэропорта. Пилотам приходится беспрестанно маневрировать в небе и производить по нескольку резких круговых поворотов, чтобы не столкнуться в воздухе с другими железными птицами. Лукла глядит на всех с высоты гималайских вершин, покрытых мерцающим на солнце снегом. Его невероятно короткая взлетно-посадочная находится прямо на горном склоне. Здешние жители часто используют ее как переход, поэтому о посадке самолетов их заранее уведомляет громкий звук сирены. Уникальный аэропорт, который принимает самолеты прямо на пляже. Полосы для посадки здесь обозначаются деревянными знаками, но в период приливов их постоянно затапливает. Особенный заряд адреналина можно получить, если прилететь сюда в сумеречное время. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этом все. Жми на палец вверх и не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Спасибо за просмотр, до новых встреч!